Здоровый, физически крепкий человек может достичь больших вершин сегодня в Томском политехническом университете. Я вас поздравляю вот с этим новым нашим спортивным приобретением. Желаю, чтобы он, вот этот объект работал круглосуточно. Ну, тут, по сути дела, мы никому не мешаем, только сами себе договариваетесь. Ну, так, чтобы кто-то успевал в это время поспать, поучиться, а кто-то и на спортивной площадке поработать. Играют мальчишки, играют девчонки. Последние жалко, что не в юбчонке. Судью не спросили, одели как зебру, о том всем задали. Классные негры. Но наши орлы не сидят на галерке. Играем как минимум в первой пятерке. Играем и в школе, и во дворе. Играем и в сумерках, и на заре. Баскет, баскет, баскет.